На судью Верховного суда Чувашии заведено уголовное дело. Напомним, что в декабре прошлого года Андрей Емельянов, управляя личным автомобилем, совершил наезд на пешехода. Произошло это вечером на 30-й автомагистрали. На скользкой дороге судья сбил 34-летнюю женщину, которая переходила по зебре. От полученных травм она скончалась на месте. Следователи считают, что водитель не учел метеорологических условий. Возможно, что передвигался он с большой скоростью и попросту не заметил человека на дороге. На следующий после ДТП день ради следствия эксперимента пришлось перекрывать часть трассы. После было проведено множество экспертиз. По результатам данных, полученных в ходе следственного эксперимента, а также по результатам проведенных автотехнических исследований, у следствия появились достаточные данные полагать о том, что Емельянов нарушил правила дорожного движения, которые в результате повлекли смерть потерпевшей. Чтобы возбудить уголовное дело на судью Верховного суда, следователям пришлось обращаться в высшую квалификационную коллегию. По правилам, только ее члены могут дать согласие на возбуждение столь резонансного уголовного дела. Сейчас его расследование взяли на контроль представители Центрального аппарата Следственного комитета России. Продолжается расследование этого уголовного дела, принимаются все необходимые меры к закреплению доказательной базы. Мы будем держать население, общественность в курсе дальнейшего хода расследования этого дела.